Всем привет, ребята! Сегодня с Алисой мы будем открывать такую красивую куколку Челси Барби Дримтопия. Это маленькая девочка-сестренка Барби с маленьким щеночком. Сегодня наша Челси будет летать на воздушном шаре. И на кроватке. Посмотрите, где она сидит. Это как будто кроватка, воздушный шар. Ну, мы так думаем, да, Алиса? Да. Ну что, открываем? Собачка, я ее сразу открыла. Мы сняли прозрачную упаковку. И сейчас нам нужно будет полностью распаковать нашу Челси. Алиса уже оторвала собачку. Да, Алиса? Да, она поварочник. Такая хорошенькая. И... Помогать нам сегодня будет Гена, крокодильчик, конструктор. И маленький котенок. Давайте посмотрим, что же у нас было в наборе. У нас есть две половинки шара. Одна из них обтянута тканью. Но нам нужно их соединить между собой. Да. И натянуть вот эту ткань полностью на весь шар. Снимай, Алисочка, молодец. Еще у нас в наборе есть два крылышка с блесками. А, какие красивые! Классные, да. Точно кроватка это у нас будет? Да. Или воздушный корабль? Корабль. Ой, точно, это кроватка, посмотрите. Это ведь кроватка самая настоящая. Просто она так сделана. Вот как бывают для деток кроватки автомобили, например, да, Алиса? Да. Или для девочек кроватки кареты. А это кроватка для Челси. Корабль с воздушным шаром. А здесь, смотрите, кто у нас? Заяц-русалка. Алиса, заяц-русалка, ты посмотри. Такое разве бывает? Обалдеть. Заяц-русалка. Не сломаешь? Нет. Ты уже засунула их туда? О, молодец, Алиса, молодец, умница. Вот такое одеялко было в наборе. Оно супер красивое, обалденное одеялко с единорожками. И цвет такой красивый. Собираем наш шар. Оп, классно, так легко собирается. Одеваем на него чехол. Ой-ой-ой-ой-ой. Толстый шар такой, да. Нам бы еще натянуть этот чехол. Ой, нет, все легко одевается. Здорово. Так, посмотрите, какая расцветка шикарная. Ой, я обожаю такие цвета. Алиса, ты любишь такие цвета? Но я и выберу голубой. Цвет. Такой желтый. Красиво. Вот сюда ставь. Так, вставляем. Опа! Все готово. Сломалось. Кто сломался? Крылышко? Да. А снизу есть колесики. Смотри, класс. Ну дай. Ну давай покатаем ее теперь. Давай. Да. Класс. А теперь ты ко мне. Опа. Залетел. И прямо под кровать. Посмотрите, какие классные облачки сделаны у изголовья кроватки. И около ножек тоже. Штурвал можно крутить, он сделан как настоящий. Кровать такая, как будто на ней кто-то спал. И классная подушечка-облачко. Это Челси. Какая она хорошенькая, она очень похожа на Барби. У нее тоже светлые волосы. И посмотрите, как они у нее были заделаны резиночками, когда она находилась в упаковке. Мы сейчас их срежем и посмотрим наши Челси во всей красе. Волосики немножечко примялись, но ничего страшного. Посмотрите, как у Челси согнута ручка. Это для того, чтобы она могла держать своего питомца. А где ее питомец, Алиса? Вот она, красавица, держит своего маленького песика. Как мы его назовем, Алиса? Я не знаю. Назовем шоколадный снежок. Шоколадный снежок, да, назовем? Да. Алиса, а колготки снимаются у Челси? Нет, посмотри. Это пластмассовые колготки, да? Посмотри. Не снимающиеся, а ботиночки? Давай покажу. Давай. Ботиночки снимаются. А юбочка снимается? Тоже снимается. А, и она у нас с тобой будет как будто в боди и в лосинах, да? Привет, Челси. Привет. Тебе родители подарили новую кроватку? Да. Какая она классная. А чем тебе старая, обычная не устраивала? Ну, потому что она такая не нравится, мне нравится. Она летает, посмотри. Кто это? Челси?
Тебе еще и щенка подарили? Ну да. Я тоже хочу. А я могу тебе котенка подарить? Ну давай. Давай котенка. Его зовут Снежок Ванилька. Ванилька Снежок такой милый. Челси, а как зовут твоего питомца? Как зовут твоего щенка? Шоколадный Снежок. Шоколадный Снежок? Он такой хулиган. Посмотри, что он делает. Он залез на самый верх шара. И он может его поцарапать ногтями. А, нет, он упал, упал. Малыш, что будем делать, Челси? Я его возьму на ручки. Челси, его нужно срочно везти в больницу. Да нет, он поезжает вот сюда. Нет, Челси, он не сможет отлежаться. Смотри, какая высота. Да он туда вот не будет есть. Скорее в больницу. Да ты чё? Там даже еще один больной. Кто? Он тоже залазил на шар? Да. Какой кошмар! Что тут вообще происходит? Девочки, почему у вас здесь лежат животные и им плохо? Видно же, что им плохо. И собачке, и динозавру. Я вынуждена позвонить в скорую помощь. А как будет у нас... Пип-пип-пип-пип-пип. Алло, скорая? Да. Срочно приезжайте к нам. Что-то происходит с нашими животными. Виу-виу-виу. Я знаю, что с ними происходит. Они залазили на воздушный шар Челси и падали оттуда. Какой кошмар. Я пока возьму на руки динозаврика, буду его гладить до приезда скорой помощи. Скорая где-то рядом. Я пойду открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вы такой маленький, но вы наверняка все знаете, да? Да. Пойдемте со мной. Пойдем. Доктор, посмотрите, эти малыши упали с воздушного шара. Мы не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста. Так, доктор делает операцию. Ну как, доктор, как дела? Прошла в операции успешно. Все хорошо, отлично. Так, как бы сделать так, чтобы наши питомцы больше не залазили на воздушный шар? Доктор, подскажите. Ну вы будете говорить, не залазите. Нужно быть с ними построже? Да. Хорошо, до свидания, доктор. До свидания. До свидания. Сегодня прекрасный день. Девочки сидят и играют со своей новой кроваткой. И вдруг они услышали какой-то скрежет. Что это, Челси? Челси, что это? Челси, смотри наверх. Твой песик, Шоколадка, что-то делает. Шоколадка, я не поняла, что ты тут делаешь? Ну-ка, брысь отсюда. Кыш, кыш, я не разрешаю тебе рвать мой шар. Вот ты хулиган! Ну все, плохой пес. Эви, ты посмотри, что он делает. Он спрыгнул прямо в воздушный шар, разорвал весь чехол. Какой кошмар! Ух! Что делать-то будем, Эви? Вот так он разорвал. Посмотри, кого-то белочка. Все разорвал. Ужас. Я не знаю даже, что же нам теперь делать. Они позвали маму. Мама! Мамы нет, девочки. Сегодня я за старшую. Ну что, что у вас тут опять случилось? Посмотри, мой пес попал в чехол и туда залез. Ну, посмотри. Возможно, он искал просто место, в котором ему будет удобно спать. Ну да, чтобы я его не брала. Да, давай тогда оставим все как есть, оденем чехол только наполовину и оставим ему свободное окошко. Чтобы в любой момент он мог туда залазить, в воздушный шар, и там спать, чтобы никто ему не мешал. Смотрите, девочки, я одела чехол лишь наполовину. И здесь остались окошки, через которые наша шоколадка сможет залазить к себе в домик. Это теперь его конура. А как нам его открыть? Как? Не знаю как. А давай мы снимем сам и откроем, давай? Давай попробуй. Получится? Ой, он сам выскочил. Ну вот и все, девчонки. А вы-то устроили тут трагедию. Посмотри,
куда он ездит, мама. Куда он лезет? Я не мама, я сестра. Пусть лезет. Мы ему специально сделали конуру. Лучше так, иначе он опять разорвет весь чехол. Вот такую классную кроватку. Воздушный шар мы сегодня с Алисой открыли. В комплекте у нас шла куколка и маленькая собачка. Мы ее назвали Шоколадка. Ребята, если вам понравился такой набор... Шоколадка-снежок. Шоколадка-снежок, да. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Мы все комментарии читаем. А у кого уже есть куколки серии Dreamtopia, напишите об этом в комментариях. Или поставьте плюсик, мы посчитаем, сколько нас человек. 13 будет. 13 будет? Мне кажется, больше, потому что это новинка и очень классно. Вот 13 будет. О. Всем пока.